Самаркандской области Узбекистана с формулировкой «за несвоевременное исполнение поручений, неподчинение и грубую неподобающую имаму культуру общения» занимаемой должности уволен имам мечети имени Абу Ханифа Абдурахим Пулатов. Истинной причиной увольнения, по сообщению узбекской службы BBC, является поощрение в виде велосипедов для 14 подростков, посещавших утреннюю коллективную молитву в течение 40 дней. В данном случае Абдурахим Пулатов инициировал сбор средств и саму идею поощрения подрастающего поколения с целью привития им исламских ценностей, за что в итоге был уволен с занимаемой должности имама. Также Духовное управление мусульман Узбекистана 26 июля сообщило об увольнении еще нескольких имамов. Уволены с занимаемых должностей трое имамов в Сырдарьинской области за отсутствие соответствующего религиозного образования. За совершение обрядов бракосочетания без свидетельства из ЗАГСа, якобы увеличение количества разводов и грубое обращение с посетителями мечети, освобожден от занимаемой должности главный имам-хатыб Сырдарьинской области Муминжон Усманов. В Ташкентской соборной мечети Шайх Заниддин уволен имам-хатыб Адилхон Исмаилов. Сообщается, что он не соблюдал установленную дисциплину в мечети, не посещал ежедневные намазы и занимался распространением неподтвержденных сведений через интернет. Еще один главный имам-хатыб из Ферганского района Ферганской области, Хасанбой Ашуров, был уволен за якобы несвоевременное исполнение поручений, неподчинение и неподобающую имаму культуру общения. По мнению наблюдателей, Духовное управление мусульман Узбекистана таким образом избавляется от неугодных имамов, имеющих собственно независимую от властей точку зрения в исполнении своих обязанностей перед своим народом, возложенных на них исламом. Напомним, что буквально на днях в Духовном управлении мусульман Узбекистана была создана еще одна должность заместителя председателя. Новым заместителем был назначен бывший сотрудник СНБ Дилшот Хашимов, в свое время награжденный медалью «Жасурат» за отвагу, лично прежним президентом Исламом Каримовым, известным своей яростной борьбой с любым проявлением ислама. Ухтыл,